যথা যথাত্মা পরিমিজ্যতে অসো মৎপুণ্য গাথা শবনো বিধানে যথা যথাত্মা পরিমিজ্যতে অসো মৎপুণ্য গাথা শবনো বিধানে তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মম চক্ষুষৈব অঞ্জন সম্প্রযুক্তম চক্ষুষৈব অঞ্জন সম্প্রযুক্তম যথা যথাত্মা পরিমিজ্যতে অসৌ মৎপুণ্য গাথা শবনো বিধানে তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মম চক্ষুষৈব অঞ্জন সম্প্রযুক্তম গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রপাঠ Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что есть два вида даршан. Это Ведадрик и Мамсадрик. Ведадрик даршан значит... И вот Шрила Прабхупад, он часто объяснял эту тему, что те, кто смотрят на все, под руководством гуру и вайшнавов, они могут видеть все, все вещи такие, как они есть, а те обусловленные души, их даршан настолько скверен, что куда бы они ни смотрели, они видят только какую-то телесную концепцию. Все материальное, все, что связано с этим телом, вот только это они могут видеть. И вот можно вспомнить, что даршан — это главное. Я не говорю о тех, кто получает какую-то степень по изучению шастры. Такие люди могут изучать шастры, получить какую-то ученую степень по этому изучению, но это не вайшнава даршан. Даршан — это очень важное. И на самом деле, что такое баджан? Это исправить наш даршан, наше мировоззрение. И мы сможем... И когда мы исправим наше мировоззрение, то мы увидим Галоку Вриндавану. И что это значит, даршан, Галока Вриндаваны? Что значит Вайкунтха даршан? Можно отправиться на Вайкунтху и увидеть ее? Нет. Даже отсюда можно увидеть Вайкунтху. А когда? Когда мы... по милости Гуру Вайшнавов и то есть, когда мы по милости Гуру Вайшнавов мы сможем увидеть эту Вайкунтху, когда мы возвысимся на тот уровень, с которого мы можем видеть все, что происходит, и любые страдания или наслаждения, они не будут на нас как-то влиять. То есть мы будем беспристрастно относиться как к наслаждениям, так и к страданиям, которые приходят. Мы должны достичь того уровня, на котором мы сможем видеть все, все в гармонии. И вот боль и страдания, наслаждения, они так, когда они перестанут нас беспокоить, когда мы достигнем такого беспристрастия, то это один из видов Вайкунтха даршана. И у нас есть какое-то видение мира, восприятие. Если мы... То есть у нас есть глаза, наши органы чувств, и мы как-то воспринимаем мир, и это даршан, мир, мировосприятие у нас есть. И согласно нашим прежним самскарам, наше мировоззрение, мировосприятие, оно
отличается, и вот все соответствия с их самскарами, прежними впечатлениями, они по-разному смотрят на мир, воспринимают его. Это зависит от нашего общения, от наших самскар и прочего. И вот, когда мы оставляем тело, то мировосприятие, даршан этого мира, он будет следовать за нами. То есть то мировоззрение, которое мы обрели, у всех есть разное видение, тот, кто... У всех живых существ, у них разное восприятие. Если тигр, например, на нас смотрит, он видит нас как обед для него, как какая-то еда, как праздник для его живота. Обезьяна видит нас по-другому, как источник чего-то тоже. Змея видит нас по-третьему, согласно их прошлым впечатлениям сознания, они видят и воспринимают нас по-разному. И вот вчера Махарадж не успел закончить вчерашнюю тему, и сегодня он хочет продолжить. This is final touch of your darshan. Follow. When you are taking initiation from Gurudev. И когда мы получаем посвящение от Гурудева, если мы получили совершенное идеальное посвящение, имеется в виду без каких-либо недостатков, тогда мы сможем обрести милость, если наша дикша совершенна во время принятия посвящения, то тогда никаких проблем нет. Мы сможем обрести милость от Гурудева. А когда нет? А если нет, то согласно нашему самопреданию мы можем обрести эту милость. И вот согласно количеству нашего самопредания у нас появится тот или иной вид мировосприятия даршана. Но суть в чем? В том, что Бхагаватам говорится. И вот эта шлока, она говорит об очищении души. Some special things here, and there also some special things. Totally have some interlink, but actually point is there. И вот суть в том, что. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве, о Удав. Если дживатма она будет слушать Харикатху, совершать киртан, то тогда постепенно она сможет развить свой даршан. Поскольку вот те слова ядха, ядха, значит, согласно нашей практике слушания Харикатхи, если мы не слушаем чистую харикатху, то мы развьем один вид даршана. Если слушаем чистую харикатху, то более совершенный, соответственно. Ядха-ядха, согласно нашему желанию слушания харикатхи и согласно качеству этой харикатхи, эти два фактора, они влияют. Тата-тата-атма, тата-тата-атма.
И вот согласно очистке нашего сердца с помощью Харикатхи и Харикиртана мы разовьем наше более совершенное видение, такое мировосприятие, мировоззрение, более точно, это такой даршан. Подобно тому я видел пожилую женщину, она могла в таком пожилом возрасте вдеть нитку в игольное ушко, но ей было 90 лет, она без проблем вдевала эту нитку в иголку, но не все так могут. Это у нее такое было очень острое зрение. И вот где-то в Индии традиция такая есть, матери они каджал наносят на глаза, не глаза, вот эти веки вокруг глаз, чтобы зрение лучше было. Считается, что так происходит. Но здесь говорится о нашем тонком мировосприятии, о мировоззрении. В Индии традиция такая есть, сурьму или что-то такое, она ей намазывает глаза, чтобы зрение лучше становилось. И вот здесь такой же похожий пример, что если мы будем слушать Харикатху с должного источника, то тогда наше сердце оно очистится, и мы разовьем Вайкунтха даршан. И вот сейчас Шрила Бхактивинода Тхакур, он 150 лет назад еще предсказал, он сказал, что любые духовные организации, если мы их устанавливаем, создаем эти духовные организации, включая туда каких-то обусловленных душ, которые полны анартхи, раджа и тама, и раджа и тамагуну, то Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что те, кто хотят утвердить, основать какие-то духовные организации, и если в этой организации есть какие-то материалисты, так называемые преданные, которые полны анартхи, раджа, тама, гуны и прочих недостатков, то Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что такая духовная организация, основанная силой таких глупых людей, материалистов, она очень опасна, поскольку они из-за своих самскар, из-за своих недостатков, они будут делать так, как могут, со всеми этими недостатками, и репутация вот такой организации будет плоха, что в обществе она будет неуважаема. People, they're going to spit on them. They say, look, they are sadhu, they have red clothes and you know, sannyas, everything, they are speaking like Bhaktivinoda Thakur speaking. Rajastama tarito kichu bhaktiji vanir dhara. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур на Бенгале говорит такие слова. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что если мы идем в какую-то духовную организацию,
И эта организация основана какими-то материалистами, и которые не следуют, и в которой есть такие эти обусловленные души с плохими самскарами, то в этой случае это нету даже надежды у нас утвердить, установить, организовать такую духовную организацию с достойными правилами и предписаниями, а другие члены общества, они не будут иметь никакого уважения к такой организации. Шрила Бхактивинода Тхакур, он предсказал это еще 150 лет назад, и кто-то может сказать, что милость, чтобы пролить на нас свою милость, Гуру Врага, она открыла различные Гауди Матхи и прочие храмы. Они сделали это для того, чтобы принести нам благо для нас, обусловленных душ. Это, да, я принимаю, я соглашаюсь с этим. Но другое есть в этом, что обусловленные души, которые находятся в этих матхах, как говорил Шрила Прабхупад, что Гауди Матха, это он подобен госпиталю, подобно духовному, духовной лечебнице, и поэтому не обижайтесь. Я вынужден сказать так, поскольку я хочу исправить всю ситуацию. Это единственная причина, по которой я говорю так. Кто-то может по-другому думать, но что делать? И вот наша Гурвага, они открыли, установили такие храмы Матхи. Для чего? Для того, чтобы спасти обусловленных душ. Они подобны госпиталям, подобны больницам. Но я в то же самое время говорю, если вы откроете какой-то госпиталь, но там не будет никаких докторов, одни больные, то толку не будет. Вот если мы откроем какую-то больницу, соберем кучу больных, но не будет ни одного доктора, то толку от этого. Шрила Прабхупад, он говорил, что мы не можем открыть матхи только благодаря своему богатству. Шрила Прабхупад тоже говорил так, что из-за наличия власти или богатства нельзя основать какую-то духовную организацию. Они оба говорили так, что если с помощью денег мы хоть хотим открыть какой-то матх, то вот можно видеть, что какие-то люди так открывают матхи, но Кришны там нету. И вот день ухода Шрилы Гурудева, я тоже буду говорить об этом. И вот когда какой-либо Махапуруш, он хочет открыть какой-то храм, и благодаря его желанию этот матх, он уже появляется в его сердце, божества не появляются в его сердце, и только он проявляет их снаружи, чтобы показать нам. И вот матх – это не конструкции из песка, цемента, кирпичей и прочего. Нет, матха прежде всего духовная составляющая, духовное существование должно быть, что это Анантадев Нитьянанда Прабху, а не олицетворение этого. Матха – он олицетворение Анантадева и Нитьянанды. А просто какой-то богатый человек, если строит храм, то он матхом не станет. Это просто будет здание какое-то. И вот Шрила Прабхупад говорит, с помощью денег и власти мы не можем установить какой-то, организовать какой-то трансцендентный матх.
Конечно, можно какое-то здание построить, но это здание не будет настоящим храмом. Гурупад Падмауна писал, он написал такую статью, вот, Мадхаваси Картавья Нирной, как-то так, обязанность Мадхаваси на русском. И вот те, кто живут в Мадхе, что они делать должны, какого характера должен быть у них. Но эта статья, она популярностью не пользовалась. И вот таким образом люди хотят показать, что если мы стремимся следовать указаниям нашей Гурваги, то они слышат такую строгую харикатху, они говорят, что мы бессердечны, но это не так. И вот я таким людям говорю, что сначала вы должны пытаться помочь сами себе, поскольку если посмотреть на вашу жизнь глубоко, то поймем, что она должна быть лучше. И вот некоторые люди говорят, что они не находят, ну, то, что, ну, имеется в виду те люди, которые сами ничему не следуют, и они также не вдохновляют других на следование чему-либо, и говорят, что они очень широко, очень добродушны, и поэтому никого не заставляют что-либо делать. И вот а если строить такие эти храмы, то ничего хорошего не будет, там просто могут завестись какие-то скорпионы и прочие ядовитые существа. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что если кто-то основывает какой-то храм, но сам не может ничему следовать, он не может принести духовного блага всем остальным. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он пишет, что мадхи и мандиры, храмы не нужно стремиться строить, поскольку это может стать препятствием на нашем духовном пути, на пути баджана. Почему Шрила Бхактивинода Тхакур говорит так? Кто-то не понимает этого и спрашивает, почему? Что Шрила Бхактивинода Тхакур и Шрила Прабхупад говорили, это одно и то же. Но смотрите, Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, что мы не должны строить большие храмы, иначе нужно будет нанимать каких-то людей снаружи, чтобы они помогали нам. И вот Шридхар Махарадж, он никогда не позволял каким-то посторонним людям входить в алтарную или заниматься каким-то людям, имеется в виду наемным работникам, что-то делать в Мадхе. Но не все слушали советы Шридхара Махараджа. И вот сейчас ситуация какова. Some doll there inside the temple. No deity.
Что такое Виграха? Виграха – это не божество, это сам Шри Кришна. И таким образом это Гаудия Даршан. И вот что Шрила Бхактивинода Тхакур хочет сказать. Мы не должны строить большие, не должны стремиться строить большие здания, большие храмы, поскольку это сможет стать препятствием на нашем духовном пути. Но для кого он это говорит? А Шрила Прабхупада, он основал, построил 64 храма за свою жизнь. Не только это какой-то знаменитый человек, он пришел к Шри Прабхупаде, чтобы что-то обсудить. Он спросил: «О, Прабхупад, вы очень удачливы, вы очень могущественны, вы основали 64 мадха в различных частях Индии и не только. И у вас есть много великих учеников». И Шрила Прабхупад улыбнулся и сказал: «Что вы имеете в виду 64 храма? Я хотел установить Гаудия Матх в сердце каждого. 64 храма, что я могу с ними сделать?» И вот смотрите, даршан, мировоззрение Шрилы Прабхупады, оно другое, что Шрила Прабхупад хотел сказать. Этими 64 Гаудия Матхами Шрила Прабхупад, он хотел установить Гаудия Матх в нашем сердце, но не все могут так сказать. Шрила Прабхупад, он сказал именно так. И вот и он продолжал: «Вы говорите, что мне много проповедников, но мне нужен великий проповедник, кто может говорить так, что они могут принести благо всем живым существам». И вот великий проповедник, что значит? Шрила Прабхупад говорит, что если вместо 64 Гаудия Матхов, если у меня была бы возможность получить таких 64 настоящих проповедников, мобильных Гаудия Матхов, таких подвижных Гаудия Матхов, которые полны энергии, и я хочу, чтобы лучше было так. И, но не все люди этого понимают. И вот Шрила Прабхупад, он строил храмы для того, чтобы помочь людям обрести бхакти и ничто иное. Но Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорил, он писал, Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорил Бхагаван Шри Кришна, Бхагаватам, почему он в Бхагаватам говорит, что мы должны строить большие храмы в честь Кришны. Кришна говорит Удаве, мандир, вот эту шлоку. И там не храм, а не матха, мандир слово используется. Матха – это отдельное. То есть храм и матх — это разные вещи. Это имеется в виду мандир и матх. Это Махарадж в дальнейшем будет говорить об этом. И впоследствии вернемся к началу. И вот Шрила Прабхупад, он открыл такие Гаудия госпитали в различных местах. И также там не только больные были, а также доктора. Шрила Прабхупад, он посылал могущественных саду, чтобы они также жили в этих Гаудия матхах и помогали исцеляться тем людям, которые приходили в Гаудия Матх. И вот Шрила Прабхупад мог так делать, а Шрила Бхактивинода Тхакур, он не имел в виду Шрилу Прабхупаду, он говорил общие вещи для нас, для обычных людей.
те, у кого нет такой огромной силы баджана, если они откроют какой-то храм, то в этом случае они не смогут его поддерживать достойным образом. Поддерживать храм очень сложно, нужно поклоняться, готовить и прочее, нужно будет занимать каких-то людей. Это сложно, и тем более в идеале поддерживать это еще сложнее, поэтому какое-то осквернение в процессе запросто может возникнуть. И ничего хорошего не будет в итоге. А в Бхагаватам почему говорится, почему Брахмачари саньяси, они листят каким-то богатым людям? Вот в этой шлоке. И те, кто... They speak. We can buy sadhus. At present, so many sadhus can come. If I pay for them, really, sadhu is so cheap in Kalikata. So, и вот что хочет сказать Шрила Бхактивинода Тхакур. Мы должны помнить это, поскольку Бхактивинода Тхакур, он мог видеть, что случится в следующие 200 лет. И великие ачарьи, они предсказывают, что случится дальше. И Шрила Бхактивинода Свами Махарадж тоже предсказал, что в будущем будет. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур хотел сказать, если мы построим храм, то будем пытаться его поддерживать и пытаться листить каким-то богатым людям, чтобы они помогали нам в поддержании такого храма. И это не принесет никакого блага. И вот вчера, что я говорил, я не мог объяснить более подробно. И вот в Кали-Югу Гошти Баджан, он лучен. Гошти Баджан значит такой не индивидуальный баджан, а такой общественный, не общественный, а сообща с кем, в каком-то обществе, какие-то великие личности, как Кришнадас Бабаджи Махарадж и остальные, они могут совершать свой индивидуальный баджан, поскольку они очень могущественны, а в Кали-Югу Гошти Баджан такой общественный баджан, он лучше. А почему? Поскольку у нас есть возможность общаться с великими саду, и благодаря им обычные преданные, те, кто учатся, матх, что значит матх, и те, кто пришли изучать духовную науку, те, кто пришли в матх, жить в этом матхе. Это матха – это то место, где брахмачари, саньяси, преданные, у них есть возможность что-то изучить и прогрессировать в духовной жизни. Это главная цель матха. И Шрила Прабхупада, он говорил, что если Вани Вайбав – наше сокровище, учение Гауди, если у нас есть возможность защитить это учение Гаудия Матха, то тогда мы сможем защитить все общество. А если нет, то что толку? Это будет просто какой-то ресторан, а не Гаудия Матх. И вот сначала, в начале всего, в таком матхе должна быть харикатха. Праздник Харикатхи. Почему? В Кали-Югу Гошти Баджан, он более практичен, поскольку у всех есть такое
То есть у всех примерно одни цели, одни желания. И вот и вот эта жизнь, она кратка, и мы так или иначе, у нас есть возможность принять прибежище у Ашра Виграхи, Гурупад Падмы Вайшнава, и мы должны служить ему все вместе с, в гармонии друг с другом. Actually, point is there. If in the spiritual organization, if there is so many doctors, then we have the. И вот если в такой духовной организации есть много вайшнавов таких, которые подобны докторам, и если мы будем общаться с ними, исследовать, слушать харикатху, следовать их наставлениям, и тогда постепенно они будут вести нас к нашей цели. Итак, мы будем. Итак, следуя их наставлениям, мы будем чувствовать, что мы прогрессируем на духовном пути. Но опять же, такое это. И вот что хотел сказать. Шрила Прабхупад в Хари Бхакти Виласе говорится, что, по крайней мере, мы должны следовать чему-то. Не значит, что мы должны оставить Хари Бхакти Виласу и пытаться доказать, что мы более милостивы. Нет, Шрила Санатан Госвами, он Санатан Госвами, он один из, он самый милостивый. И что он говорит, если мы кому-то даем посвящение, то должны смотреть на его положительные качества и отрицательные. То есть нужно достойным людям давать посвящение только, поскольку качество и количество они не могут вместе существовать. И если какие-то желания, какие-то эти болезни в ком-то, то Гурудев, он может исцелить, исправить нас. Но Махараджа приводит пример, что еще нужно разделять преданных подобно тому, как есть, вот как в больнице, например, кто-то гриппом болеет, кто-то гепатитом, кто-то холерой, кто-то еще чем-то. Если их поместить в одно место, они просто подхватят болезнь друг друга, и вместо одной болезни будет несколько. Поэтому нужно их разделять по каким-то категориям. То есть нельзя весь мусор всех смертельно больных людей в матх приводить, поскольку они только других заразят и сами не вылечатся. Шрила Прабхупада, он всегда внимательно наблюдал. Например, Шрила Прабхупад был в Мадрасе, но он мог видеть все, что происходит. Происходит в Калькутте, например, у него такая сила была. И вот мы должны контролировать ситуацию, а не так, чтобы приносить какой-то мусор в матхи, и из-за этого будут все страдать только. И вот что такое гармония? Порядок, что такое? И вот what do you mean by proper adjustment? Milya Vishya, what do you mean by this? Milya Vishya, proper adjustment doesn't mean
A nice elevated sadhu can leave all his etiquette, achara and everything, leave and get adjusted with those, you know, demons, standing demons. Not them. Try to understand, they want to explain this way, that Maharaj has no adjustment power. I can give you example also. Not that I am speaking. Actually, those who are in temple, they have the soul to get themselves. В храме они могут встретиться с каким-то великим саду, который там находится, но это опять же не значит, что этот возвышенный саду должен опускаться на уровень каких-то демонов, которые живут в храме, и следовать их привычкам. То есть гармония в чем заключается? Вот именно это Foolish number one, they are speaking this way. That does mean adjustment means they are going to excuse you, maybe 10 times you are making same mistake. 10 times, 20 times they can excuse you. А некоторые люди этот adjustment, эту гармонию, они неправильно понимают, в чем это правильное понимание заключается в том, что те, кто пришли в Гаудия-матху, они должны возвыситься до уровня тех великих саду и следовать их стандарту, их уровню. Как, например, какой-то профессор, он попросил Шрилу Прабхупаду, чтобы он опустился на их уровень и говорил харикатху на их уровне. А Шрила Прабхупад сказал, что лучше, если слушать спикер, лектор, он может возвысить аудиторию до своего уровня. А это лучше, чем если он будет опускаться на их уровень. И также это гармония в матхе значит, что все должны стремиться следовать более высоким стандартам, а не опускаться на самые низкие. И вот гармония значит много раз какие-то саду могут простить нас, дать нам возможность исправиться, но мы все-таки должны стремиться достичь их уровня. И вот сейчас Махарадж два примера приведет. Во Вриндаване живет один Бабаджи Махарадж, он всегда совершает баджан, его Гурудас Баба зовут как-то так. И вот он, его служение очень прекрасно в арати днем, утром или вечером. Во время арати, он даже шаяна арати, когда ночной арати, то обязанность Бабаджи Махараджа, он выходил с этим колоколом, не колоколом, а тем гонгом, и он пел арати и красиво играл на этом гонге, его было особое служение было такое. И однажды Бабаджи Махарадж играл на караталах, совершал киртан, и какой-то так называемый брахмачари взял этот кашул, инструмент какой-то, тоже музыкальный, начал так играть совершенно не в такт. И Бабаджи Махарадж, он совершал киртан для Господа. Он пел для радости Кришны, чтобы Кришна был доволен его киртаном и не мог потерпеть, чтобы кто-то тут совершенно не в такт играет. Он посмотрел на него, сказал ему, чтобы следовал ритму каратал, чтобы подстроился под этот ритм, и он раз 10 на ему делал замечания. Этот брахмачари был бестолковый, и вот ему вчера говорил, на следующий день, и
в общем, он играл, а этот брамачари, он весь ритм нарушал. Бабаджи Махараджу надоело, а киртан как кончился, он эту палку от гонга кинул в этого брамачари. И какие-то люди будут думать, что Бабаджи Махарадж бессердечен, жесток. А после этого киртан кончился, этот, все по своим комнатам разошлись, и Бабаджи Махараджу много просаду дали, он взял часть просаду, позвал этого брамачари, который нарушал ритм, он спросил, знаешь, почему я тебя, почему палку в тебя кинул, поскольку ты мешал мне служить, это мое служение, пение киртан для Господа, это мое сердце. Я тебе больше 10 раз говорил, чтобы ты ритм не нарушал, эти лучи из тебе, если ты ничего не будешь делать, не будешь нарушать ритм, пускай каратал, пускай этот музыкальный инструмент лежит и не мешает никому. Это лучше будет, чем пытаться делать все неправильно. И вот еще один пример. Один другой Бабаджи Махарадж, ученик Шрилы Прабхупады, я думаю, имя Махарадж не помнит его. И вот однажды один этот Бабаджи Махарадж был в храме, он совершал свой баджан, и какой-то человек с демоническим складом ума всегда критиковал Бабаджи Махараджа и говорил, тут сидите, ничего не делайте. Ну как с Шрилой Пури Госвами Махараджем, тоже находились такие люди, которые его постоянно оскорбляли, говорили, что ему то надо делать, все надо, пятое, десятое, а потом только писать можно. Шрила Пури Махарадж, он великий преданный, но многие демоны не понимали его величия и гоняли как только можно. И вот однажды Бабаджи Махарадж как бы игнорировал его наезды и внимания не обращал на него, но однажды вот однажды ему надоело, он решил проучить, пошел в комнату, закрылся. И вот закрылся в комнате без еды, без воды. Он два дня сидел в комнате, не выходил, и тем временем Бабаджи Махарадж слушал это от Бхакти Ракшак Нарайан Махараджа, эту историю. И вот Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, он приехал в храм, это в нашей матхе было, и вот как только он пришел в матхе, кто-то сказал, что вот Бабаджи Махарадж, который тут живет, он уже два дня не ест, не пьет, в комнате сидит, не выходит. А почему случилось? А вот, ну, этот его довел какой-то демон, который там в матхе жил. И вот Мадхав Махарадж, он сразу побежал в комнату к этому Бабаджи Махараджу, постучался, и он принес ему полный распростертый поклон снаружи и сказал: о, Бабаджи Махарадж, пожалуйста, мой сын, он ваш сын. Может, нет, они совершили какую-то ошибку, мы должны исправить их, я должен спасти их, я знаю, они ничего не знают, не умеют себя вести должным образом. Если вы не откроете дверь, то я тоже буду поститься, не есть и не пить. И вот Бабаджи Махарадж был вынужден открыть, поскольку Мадхав Махарадж был старше, его более уважаемый, и они, когда он открыл, он расплакался, они обнялись, и вот что еще сказать, это такое учение Ачарьи.
И вот я два примера привел, как мы можем использовать неправильно то, что великий преданный живет в нашем храме. What Harikatha? What's spoken by Bhagavad Bhaktivinoda? That's why so much operation. If in place of me, if you are there, you would have died by this time. Still I am alive by the mercy of God. Anyway. И вот гармония, что значит? Это не значит, что великие преданные должны опускаться на уровень самых низких, которые есть. Это не гармония. Гармония, если все остальные будут подниматься до их уровня, это и есть настоящая гармония. И вот если нам что-то говорят, то если мы не слушаем наставления саду Гуру Вайшнавов, то как мы сможем храм поддерживать? Мы должны И вот Мадх, Гауди Мадх, он может только существовать по-настоящему, если он будет следовать, и все участники Гауди Мадха, они будут следовать принципам Шрилы Прабхупады и Шрилы Бхактивинода Тхакура. А если такие организации не следуют, то нельзя называть их Гауди Мадхами. Гурудев говорил, что Гауди Мадх, он должен основываться и существовать на основе принципов Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады, иначе это не Гауди Мадх будет, а какое-то общество непонятное. Читани Мадх, он трансцендентен, а общество Читани Мадх, оно материальное. И вот общество не значит, что там какие-то трансцендентные личности могут быть, а общество зачем нужно создавать, чтобы баланс был между духовными и материальными людьми, только для этого. И если неправильно это используют, то ничего хорошего не будет. И вот после объяснения этой шлоки Апичет Судра Чаро. И вот то есть иногда кто-то хочет следовать Гуру Вайшнавам, но из-за своих прошлых самскар они какую-то ошибку могут совершить и случайно. Но это может быть прощено, и им будет дан другой шанс исправиться, но Вишвана Чакравати и Бхактивинода Тхакура, они говорят, что это не значит, что если кто-то совершает ту же самую ошибку постоянно, и прикрываясь харинамом и дикшей, они занимаются чем-то недостойным, как Шрила Прабхупад говорил, что те, кто приходят в Гауди Мадх с целью, с каким-то лицемерием, чтобы неправильно использовать божественное знание, которое есть в Гауди Мадхе, то с такими людьми Гауди Мадх не имеет никакой связи. All rubbish, even taking vodka, kaini, all inside one.
You come with me, I can show you. You come with me, I can show you. If you cannot show, I can throw my clothes. The idiot number one. They are all going against me. Но сейчас случается так, что в Мадхи живут какие-то люди, которые не следуют никаким принципам, но милость в чем заключается, чтобы исправить таких людей. А потакать им это не приведет ни к чему хорошему, просто к осквернению. И вот и так получается, что в храмах живут одни больные, и нет никаких докторов, которые являются чистыми вайшнавами, и в итоге одна деградация в Мадхи происходит. Вот такие люди, прикрываясь вот этой шлукой Апичетсу Драчара, они ведут себя таким образом, что случается одна деградация. Еще приводят, например, Билла Мангал Такура, сравнивать себя с ними, но не с ними, но это глупо. И вот мы пришли к тому, что те, кто эти ягик браманы, они, у них не было преданности, они были заняты своей карма-кандой. Они всегда заняты карма-кандой, какие-то материальные желания у них были. И мы должны быть очень внимательны, если мы хотим продвигаться по пути духовному, мы должны быть осторожны с Вишоя Сангой. Мы должны понять, что Вишоя Санга в форме саду, если у нас, если мы каких-то наслажденцев воспринимаем за саду, то это очень опасно. Вишой, значит, какой-то мы материалисты. И эти ягик браманы, они были там, и жены их там были, но смотрите, жены, они были вдохновлены примером Малини. Они слушали славу Кришны о Малине, и их сердце оно растаяло, но их мужья, они были бессердечны, они хотели показать, что они возвышенные браманы, но так получилось, что жены... Смотрите, они же хотя бы жены, эти жены были жены браманов, но так получается, что со своими мужьями они не общались, поскольку они не поддерживали их точки зрения. Когда Кришна сам, сам Кришна послал своих спутников, то эти браманы, они читали веды, но каков смысл совершения аскез, изучения вед, цель какова? Сочетание Махапрабху, он говорит, что асуры, они тоже могут совершать аскезы больше, чем мы даже никакие полубоги такого могущества не могут достичь, как Равана или Хираньякашипу. Но бхакти они не обретают. И вот аскезы, которые мы совершаем, это не значит, что мы бхакти обретем. Бхакти — это сокровище. И другая шлока из Шримад-Бхагаватам, с помощью которой доказывается, что поклонение Кришне наивысшее, если у нас есть какая-то любовь к Кришне, к Балараму, к Вриндавану, к Харинаму. И вот Нарада, он говорит, Tathigo Arhanam Achyutecha. Hello. Narada Maharaj speaking. И вот Нарада говорит, эти браманы, они глупы, они возгордились собой, они запомнили какие-то мантры, могли совершать какие-то яги,
говорили сваха, но сваха, что такое сваха? Каково значение этого слова? Сваха значит жена Агнидева. Но через это, через Шакти Агни, все полубоги, они получают свою долю подношения. Когда кто-то совершает яги, вот произносят такую мантру, например, Индрая Сваха, значит, энергия Агни, она возьмет эту долю, которую приносят Индри, она доставит до Индры, иначе Индра без ее помощи не получит свою долю жертвоприношения. Когда Индра был в воде, то он ничего не ел, постился, поскольку этот огонь не мог проникнуть в воду. И вот с помощью шакти Агни, это сваха, она доносит долю для каждого полубога. И вот эти браманы, они хотели показать, что они возвышенные, могущественные браманы, но у них ничего не получилось, поскольку вот согласно этой шлоке. И вот говорится, что эти свапачи, которые есть, то есть не сейчас, которые собак готовят, а когда-то готовили собак, потом они стали преданными, и если у них есть преданность Верховному Господу, то они лучше таких браманов, которые браманы, но ничему не следуют. И вот если такой собакоед, на имеется в виду, когда он оставил все свои дурные привычки, стал преданным, обрел бхакти, и такой человек, он лучше, чем эти браманы. Если такой человек по с какой-то случайности совершает какую-то ошибку, то Кришна говорит, что он поможет ему исправить эту ошибку. И вот о сокровенной сути Гуру Таттвы и как Гуру Таттва помогает нам обрести милость Кришны Бхакти. Махарадж в дальнейшем будет говорить то, что говорил на эту тему Джива Госвами Патрупа Санатана, это на день Шрилы Пури Госвами Махарадж. И вот Апичет Судрачара, очень сложный шлока. Мы должны понять настоящее значение, иначе мы можем как-то применять ее неправильно. И вот смотрите, эти браманы, они были бесполезны, поскольку у них не было никакой связи с Кришной. Но Кришна, он суть всех яги, он Ягья Пуруша. Кто такой Ягья Пуруша? Это Кришна. Кришна, он олицетворение Ягья.
И мы, если хотим избежать Кришны, то глупо это. И поэтому Дакшва Яги, она была испортилась. Почему? Поскольку Яги был очень горд. Дакша, значит, на санскрите эффективный. What kind of efficiency? Because Daksha is very efficient about material life. А Дакша очень способен к материальной жизни. Он такой профессионал материальных дел. И вот это само имя Дакша, оно в таком смысле дано, что он способный к каким-то материальным делам. Дакша такое материальное видение мира, и вот он из-за этого материального видения, материального мировоззрения, он оскорбил Шиву, сказал, что он как обезьяна тут ходит, и таким образом оскорбил такого великого Вайшнава, который... Это самого Шанкара, и он начал жалеть, что свою дочь выдал замуж за какую-то обезьяну, которая себя вести не может, не моется, живет в крематориях, даже не моется и прочее. Вот он начал оскорблять так. И результат каков? Шанкар Бхагаван ушел, и это Сати Деви, она оставила свое тело, и Шанкар, он мог предсказать это заранее, но что случилось дальше? Брахма сказал, что ты глупец. И мы должны понять, почему Брахма и Вишну, они тоже не пришли на эту ягью. А этот Шанкар говорил своей жене, что почему Брахма и Вишну не пришли на эту ягью. Брахма, он не какой-то обычное существо. Брахма, он обрел Кама Гайтри. В Мадхава Сампрадае Брахме придается огромное значение. И вот Брахма, он исполняет наставление Верховного Господа, и поэтому он внешне меняет свою деятельность. Например, если какой-то вайшнав работает в полиции, то вынужден носить полицейскую форму. И также Брахма, он вайшнав, но в раджа-гуне он поэтому он должен носить такую форму раджа-гуны, а Шанкара, он тамагуны, соответственно. И если Брахма был бы таким бесполезным, то почему Кришна дал ему Кама-гайтри, это самая сокровенная манта, махаманта, и
Камагайте. Он зовется Мантрараджем, царем всех мантр. И вот когда Бхагаван Шри Кришна, он дал Пракрита Камадева Брахме, то как можно говорить, что Брахма, он лишен расататвы и прочего? Может, Брахма-татва нам это не, Брахма не показывает, это нам, но это не значит, что он какое-то простое существо. И вот Брахма говорит, как ты можешь ягью свою закончить, о глупец, хотя ты обнаружил, что меня не было, Шанкар уже оскорблен, и Вишну, главный принципал Вишну, почему он не пришел? Зачем ты пошла на такую бесполезную ягью? И в итоге, когда все кончилось, когда Шанкар Бхагаван всех благословил, исправился из ситуации, тогда ягью закончили, иначе она была нарушена. И вот в этом случае с этими же этим брахманами, которые совершали ягью, они тоже ее не закончили, они возгордились собою, а смысл яги какой? Любая ягья, наша еда, сон, чтение, слушание харикатхи, все, если это этим Кришна будет недоволен, то что толку от всего этого? Жизнь очень коротка, и поэтому Бхакти Расамрита Синдху говорится. Много книг. Наша жизнь, она очень коротка, мы должны определить нашу цель, главную цель. И вот Рупа Госвами говорит, что изучать слишком много писаний, чтобы стать каким-то великим пандитом, глупо их изучать, поскольку жизни не хватит. Или изучать слишком много искусств тоже глупо, поскольку жизни не хватит. Конечно, все можем делать это хорошо, но толку какого? Если Кришна будет недоволен этим, если Харикатха, мои Харикатхи недоволен Шрила Прабхупады, Шрила Гурудев, то что толку от такой Харикатхи? Если я говорю Харикатху, то по указанию Гурварги, если моя Харикатха станет наивысшим служением, Гулами на Бенгале, если это будет лучшим служением, то тогда Кришна будет доволен. А как мы сможем почувствовать, что Кришна доволен нами? А главный признак, что сила и энергия ее становится все больше и больше в нас для совершения этого служения. А материальное образование пандития, материальное какое-то знание, но не может никогда достичь того уровня. И вот эти брахманы, они совершали ягью, но их жены, они обрели бхакти, они обрели преданность. И вот таким образом Нарада Махарадж, он говорит Бхагаватам, प्राणों पहारस यथिन रियानं तथैव सर्व अरहनं अरहनं उच्चते क्या? So like we are going to give water. Подобно тому, как мы даем воду. At root. Этом вот воду. Trees you are going to give water now. Mango trees is where you can go up here. Имеется в виду, поливаем дерево, поливаем мы корень дерева. И также, если мы будем поливать какие-то эти корни, то
все остальное, стволы, ветки, листья, цветы, плоды, они все будут насыщены этой водой. И какой глупец будет поливать ветки, дерево или листья, или цветы? И Нарада, он приводит такой пример. И Нарада говорит, что также поливая корень дерева, мы питаем все дерево. Если мы едим еду ртом, то все тело оно насыщается. Никто не ест глазами, носом, руками или головой, это едят ртом. И тогда все тело оно насыщается. You know, so you have to take care all the time, balance, or four different kinds, like bitter, you know, like, you know. И вот также мы должны есть пищу разных вкусов, чтобы пищеварение оно было гармоничным. So, chaturvidha, four different kinds of adjustments should be there, otherwise you can develop disease. So this way actually, so you are given prasadam here simply because if you and digest, it can go to your food sac and suction, then through that all your food, your blood vessel, all your body tissues, all your pinions of И вот так, едя пищу ртом, все наше тело, оно насыщается и получает энергию от этой пищи. И также Нарада говорит, подобным образом, если мы поклоняемся Кришне, коренной причине, Бхаванадрум, говорится, это материальный мир Бхаван. И И вот в этой шлоке говорится, что если здесь можно видеть, что у деревьев корень внизу, но Кришна причина всех причин, он наверху. И этот мир так сравнивается с этим миром, с корнями наверху, то есть с Кришной сверху. А эти брахманы, они были очень глупы, они не знали, что Кришна, он коренная причина всех причин, и они пытались свое образование как-то показать, но их жены, они были очень умны, у них было ясное представление о Кришне, о его верховном положении, благодаря их садсанге, их садусанге. Садусанга — это не шутки. Если у нас достаточно сукрити, то только тогда мы сможем обрести Кришну. И вот обрести сатсангу и Кришну впоследствии. И вот жены брахманов, они были очень разумны, у них был такой трансцендентный разум, и они смогли понять, что вот пришли Кришна Баларам, и они, услышав их имя, они собрали все подношения, всю еду, которая у них была, и они пошли, и мужья кричали, чтобы они не смели уходить, но они проигнорировали их просьбы. И вот они увидели Кришну Баларама. Дату правада натопеша манопратансе виньяста астамитарена дунану аджам карно пала локо кополу мукар джухасам
И вот Кришна сравнивается. И вот если что-то с кем-то сравнить, то это что-то нужно с каким-то идеалом сравнивать. Например, я хочу сравнить кого-то с львом, и лев — это то, с чем я хочу, с кем хочу сравнить. И вот тот объект, с чем мы будем сравнивать, он главный получается. А в случае с Кришной, как это все сравнивать? You have to speak Harikatha. Why not? So you have to speak Harikatha. So you are not developing that kind of, not vanity, you have to develop that kind of Haribhajan should be there, power. И вот я сказал, что если мы сравниваем Кришну с Натавешем, Натавеш значит какая-то одежда какого-то героя. И те, кто... Still today they are enemies. You see, 2 days after, only 2-3 days after, they are going to get make rasa. We like to beat them with our shoe on face. И вот есть в Новодипе много сахаджи, которые хотят организовать раса Лилу Махапрабху, но это все глупо. И нет никого, кто мог бы объяснить этим людям, что они ерундой занимаются. Это начато каким-то сахаджием достаточно давно, и какие-то глупые люди, они следуют все в кучу смешано, пьют вино, курят всякую ерунду, и много людей приходят, чтобы на все это посмотреть. И какова система, чтобы исправить это общество? Шрила Кешав Госвами Махарадж, он, когда был здесь, он возмущался, пытался что-то сделать, но сейчас никто ничего не делает, все стремятся к какой-то популярности. И также с нашим баджаном. И какие-то люди, которые какой-то без принципа, как такой без... Беспринципиальный человек, бесхарактерный какой-то, если строит какой-то храм, то здесь даже никто не запрещает. Все знают, что это человек бесхарактерен, беспринципиальный, беспринципный. И все равно никто не возмущается этим. И вот смотрите, эти
яги к патни и эти жены браманов, как они развили такой прекрасный даршан, такое прекрасное мировоззрение. Это сердце. Это когда они услышали, что Кришна здесь, они бросили все и побежали на встречу с Кришной. Но смотрите, эти жены браманов не изучали вед, не изучали грамматику, не ходили в гурукулу. Но как они развили такое могущество, что они смогли узнать Кришну только благодаря сатсанге. Кришна сказал уже это, но это не значит, что ну, не нужно дикшу никакую получать. Я в дальнейшем объясню это в день ухода Шилы Гурудева. Сатсанга она настолько могущественна, что мы не можем сравнить ее ни с чем, но дикшана тоже важна. Из Бхактирасамрита Синдху и прочее я могу пример привести. И вот какой даршан у них был. Я уже сказал это. И вот те жены браманов, они когда услышали, что Кришна голоден, они взяли все, что у них было, всю еду и понесли Кришне. И вот издалека они увидели прекрасный образ Кришны. Это великолепный образ. И вот я уже сказал, он был подобен синему драгоценному камню, голубому прекрасному драгоценному камню, и его одежда, и в своей одежде Кришна, его одежда была цвета расплавленного золота, чтобы выразить почтение Радхарани. И вот И вот натавеш значит как ната. И вот ната значит герой, который может очаровать всех женщин. И как Кришна, он сравнивается с этим натавеша. So now our point is that upma upama samas. If you want to compare Krishna with, и вот если мы хотим сравнить Кришну с каким-то танцором, то это не совсем правильно. И одежда, в которой одет Кришна, она в каком-то смысле не отлична от Кришны. И согласно санскритской грамматике, я тоже так, что Кришна подобен своей одежде, одежда Кришны, она подобна Кришне. On the
Krishna, it is the usual rule, Krishna habituated, sometimes to put in one karnikaram here, sometimes here. This year, a chanchal, very nice. Chanchal means kam. Actually, it's aprakita kam there. So, his chanchal is very quality. In material world, it is the chanchal is bad. But Krishna is chanchal to best to keep our people. So, Krishna is too much chanchal. So sometimes he gives this, you know, flower, karnika, sometimes this ear, this is one kind of mark. И вот у Кришны был цветок за ухом, он его перекладывал то за одно ухо, то за другое, чтобы показать свое, свое величие. This slok moral is over because if I go on explaining, only one day left in between, I cannot complete. Anyway, but still, if we can. И вот если мы сможем обсудить эту сиданту с различных углов, точек зрения, то мы получим прекрасный даршан. А мы свой даршан, если мы заключим в какой-то этот. То есть мы, чтобы получить полное представление Кришны, даршан, о нем нужно смотреть на него с различных точек зрения. Махарадж завтра продолжит с другой точки зрения обсуждать это. Prajyam yatha bhimatayo vijohur narendro. Hey, Narendra, Rajan. О, царь, подобно тому, как какие-то великие возвышенные личности. Вот слово прагьям, что значит? Мы должны говорить преданные в этом случае, как Шанкар Бхагаван, он вроде как йогой занимается, но бесчисленные люди, они обретают бхакти от Шанкара, и это его, его свойство. И прагьяван, тот, у кого есть прагья. А прагья значит совершенно концепция, совершенный этот разум, совершенный разум. И он направлен к лотосным стопам Кришны. И это слово прагья, оно вот совершенно будет в этом смысле. И вот говорится. Prayaha sruto priyatamoda yo karna purair jasmin nimagna manasahas nam manasaha stam athakshi randhai. What is written? And they are actually so, so attracted by. И вот он был очень. So much attracted by Krishna. Привлечен, они были привлечены Кришной. Кришно, Кришне Уткаршто Саванру, Карнаварандара. They are hearing Харикатха everything already. И вот они слушали Харикатху, они знали, они были очарованы красотой красотой Кришны, его великолепием. So, Саванру Карнаваран means. Их эти украшения носа и уха, эти сережки в ушах и
в ушах и в этих. И вот они были привлечены. Красотой Кришны, и они ждали, когда придет время, когда они могут увидеть Кришну. Они были очарованы. Они уже слышали Харикатху. И они чувствовали огромную привязанность к Кришне. Они были поглощены этим даршаном, видя такой прекрасный образ Кришны. It's called Akshiranga. You can go to sunlight and watch in your eyes. But black portion, there's another black, deep black, very small, that is meant in retina. Through that Akshiranga, и вот через эти свои глаза, and send this signal to brain. Они видели своими глазами этот прекрасный образ Кришны. И когда они увидели через их этими своими глазами, когда они увидели прекрасный образ Кришны, то он попал в сердце. Это естественно, когда мы видим что-то, оно попадает в наше сердце. Антахо прависса сучирам парида бхататам. О, сучирам мане сучира. Сучира мане for long time. Чира мане дирга, long time. Сучира мане for long, long time. И вот они смотрели на этот момент, чтобы он пришел. И антах прависса сучирам парида бхататам. У них было кама, апракрита кама, не какое-то материальное чувство, а трансцендентная любовь к нему. И говорится, они хотели. Quenching mean, quenching mean is one kind of technique in metallurgy. Metal, suppose I'm going to make this metal and growing some power in metal. So you have to put this metal, suppose iron, and putting in fire. И вот если мы нагреваем какой-то oils and water kept in different pot. Suppose after that, when it is strong heat, I put in fire. Check. After heat, then put in water. This different kind of treatment. It's called metallurgy treatment. It's called quenching. Quenching means hot. И вот, то есть, если какой-то металл на греть и поместить, сразу охладить в воде, то он закалится, и также их сердца, они также были нагреты этой, раскалены этой апракрита кама, этим чувством к Кришне, и когда они увидели Кришну, они обняли и Кришну внутри своего сердца. О царь, подобно прагья, they are going to adjust and get some cooling effect.
И вот когда они обняли Кришну, их сердца, они охладились. И мы должны слушать день за днем красоту Кришны, красоту Вриндавана, настроение Кришны и Гопи. Это не шутки. Это очень возвышенные темы. И если мы сможем войти на путь Рагануга Баджана, то мы... будем очарованы. Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупад, они находятся в своих, определенных местах, в своих, комнатах, но их ум, он во Вриндаване. И вот свагатам, они... И вот что Кришна говорит, Кришна, он знает все. И вот они пришли с просадами, Кришна уже их ждал, он сказал, поприветствовал их. И он спросил, какое служение они могут сделать для них. Swagatam bo mahabhaga aswatam karavam ki what I can do for you come yanno dadrikshaya prapta upapannamidam hiva you can take rest here your guest in this because forest me Vrindavana adhipati Krishna Ravanani is the total owner of this Vrindavan Vrindavaneshwari. So they are speaking, Krishna speaking, Swagatam bo Mahabhaga, Aswatam Garbhamaki. You are welcome. Now you can take rest here. И вот Кришна сказал, я рад, что вы пришли, отдохните здесь. Что мы можем сделать для вас? You have come here to take our darshan, is right. Вы пришли сюда, в этот лес, чтобы получить наш даршан. Я знаю ваше сердце, но зрелые вы ждали, чтобы увидеть нас. Диддикшая прапта упапаннамидам хива. It's right. И вот вы сделали правильно, вы пришли сюда. Я знаю, что ваше сердце, оно зрело. Вы ждали так долго, чтобы получить даршан наш. Вы пришли сюда, и что мы можем сделать для вас? И вот смотрите, они сами с всей едой пришли, чтобы служить Кришне, а Кришна спрашивает, как они могут послужить им. И вот хотя Кришна не может отплатить этим враджа-гопи, они тоже в каком-то смысле гопи живут во Вриндаване. Гопи, значит, эти жены, пастушки, более точно. А сейчас они... Это гопи — это такой открытый термин. Гоп, значит, защита. Тот, чье сердце очаровано Кришна и защищается Кришна, те гопи, гопаяте, то есть те, кто под защитой Кришны находится, тех, кто защищает Кришну, они гопи. И вот о Бхагавати-гун, о счастливые, о
удачливые женщины, вы очень удачливые, те, кто по-настоящему разумны в Бхагавате, те, кто очень удачливы. Вот это Бхагавати, это в женском роде это слово используется. И вот те, кто по-настоящему разумны, и те, кто удачливы, такие удачливые души, они English is useless, but in Sanskrit, if I use swartha, it is swartha. Вот здесь слово свартха используется. Сва значит атма, а для обусловленной души. Да не думай, что это тело, но подобно душе. И свартха на санскрите можно объяснить несколькими способами. Первое, для обусловленных душ это что-то будет похоже на эгоизм, те, которые думают о собственном наслаждении тела и ума. Но если более точно использовать, пытаться объяснить это слово «сва», значит «атма», «душа». И поскольку материалисты думают о себе как о теле, но более глубокий смысл «душа» значит, что если мы думаем о благе своей души, и какой же цель дживатмы — обрести Кришну. И свартха для дживатмы значит встретиться с Кришной, согласно с этому настоящему значению. Если кто-то говорит, что он такой, ну, не, то есть те, кто стремятся к настоящему благу своей души, это иметь Кришну, любить Кришну. И вот он говорит, что вы все очень удачливы. Вы очень удачливые женщины, поскольку вы очень разумны, вы очень умны, вы узнали о свартхе. И вот они знают, что я сердце всех живых существ. Вы очень удачливы. Очень и очень удачливые женщины, поскольку вы знаете о своей настоящей цели. Те, кто по-настоящему разумны, они знают что, о своих настоящих целях — обрести Кришну. И я сердце всех живых существ, вы очень удачливы, вы думаете именно об этом. И также у вас нет никаких желаний, вы любите меня без какого-либо корыстного интереса, ваша любовь ко мне, она чиста. Вы никогда не хотите получить ничего взамен от меня, служите мне с чистой любовью. И у всех у вас есть такое бхакти, и на санскрите говорится. И моя преданность и ваша преданность, Кришна говорит, она безупречна. И она без вашей любовь, она без непрерывна, она
безупречно. Ваши сердца, я приводил пример, что все эти, все реки, они текут к океану, и также наша, ваша любовь, она безупречна. Я чувствую это. So you are very clever, you are very lucky, you are all having that kind of bhakti. So you can take rest here, very nice place, long grass, all nice, and breezy. Actually, from Jamuna also nice breeze coming. Some air with some, you know, water particles. So you can feel nice there. So your bhakti is very, very nice. So those who are going to prana buddhi manaho swatmo dara patta dhana dayo yat samparkad priya asamstataho kono aparo priya. Actually he is speaking that prana buddhi mano swatmo dara patta dhana dayo yat samparkat priya asamstataho kono aparo priya. Same sloka, I can go back to Upanishad, you can know. Atma vari drashtabhyo satabhyo nididhyasitabhyo. The sloka, long time you cannot forget, I can remember. You cannot remember. I explain. Atma vari drashtabhyo satabhyo nididhyasitabhyo. Only for the reason the Atma is there. Atma means Paramatma, Jivatma, both. But if Paramatma is there, what is the value of Atma? Always Atma and Paramatma living together. Atma и Paramatma не всегда вместе находятся. И здесь говорится, что если вы, вы обретете какую-то собственность, какое-то богатство, но причина какова? Всего мы хотим получить это богатство из-за того, что мы живой. А если человек какой-то мертвый, то зачем ему эта собственность? Она бесполезна для него. И вот говорится, почему люди, они стремятся к какому-то богатству только потому, что они живы. И Кунти Деви, она говорит, что мы, поскольку... А вот она говорит, что поскольку ты здесь, мы... Вот она говорит, что я не хочу стать... То есть они смотрят на богатство как на препятствие в своей жизни, поскольку Кришна сокровище их, это сокровище для них. Кунти Деви говорит, что у Кришны, когда ты с нами, то это царство, оно имеет какое-то значение для нас, но когда ты уйдешь, то толку от него. И вот и вот духовное знание, которое мы обретаем в этой жизни, оно не оставит нас. Оно постоянно, но все другие образования, эти какие-то знания материальные, они оставят нас в момент смерти. И поэтому мы должны думать, как обрести что-то вечное. И поэтому Рупа Госвами Патон говорил, что изучать слишком много писаний не имеет смысла, поскольку вся жизнь будет потрачена, а толку мы не обретем. Мы должны стремиться обрести только то, что благоприятно для бхакти, и отвергать то, что неблагоприятно. Follow.
И вот единственная причина, которого атма, имеется в виду, мать, она любит своего ребенка только по той причине, что душа находится в этом ребенке. Если душа уйдет, то уже такой любви, такого чувства не будет. Также в прославлении Бхагаватам, когда Джанамиджай, сын Парикшит Махараджа и Ваджранабха. Ваджранабха был очень... Он думал, что если я буду царем в этом лесу, то что толку? Когда Кришна ушел, то место было как этот... Он думал, что он будет делать в лесу, поскольку ничего нету там. А если... Мы станем... то есть, если человек станет царем какого-то острова безлюдного, то что толку от этого? И вот одна история из Франции, какой-то царь был очень привязан к золоту, Видьясагар о нем что-то писал. И вот этот человек, он собирал различные истории. И вот этот царь был очень привязан к золоту. И вот однажды он узнал, что можно молиться какому-то полубогу. И вот он совершал свой баджан. И вот этот полубог пришел к нему, он, царь сказал, что ему нужно золото, много золота, везде золото, и этот ангел благословил его, и царь сидел за своим обеденным столом, хотел попить воды. Вода стала золотом, хотел что-то съесть, это тоже золотом стало. И вот он думал, что же делать дальше. Он хотел, чтобы все было золотом, и по милости этого ангела и так все стало золотом. И вот это стало причиной его смерти. Как если мы стремимся к деньгам, то это... тоже может стать препятствием на нашем пути. Духовная жизнь, она не так дешево, как кажется. Если мы станем царем какого-то необитаемого острова, то что толку от этого? Поскольку все богатство, все ценное, оно важно, пока мы живем в каком-то обществе. Если этого общества не будет, то никаких материальных богатств, они, толку от не будет от этих материальных богатств. И также, если нет души, то что толку от какого-то тела, в котором, от, с которого эта душа ушла. И также вот Санатан Госвами, у него был философский камень, который мог все превращать в золото. Он мог, и вот Санатан Госвами подумал, что если будет у него этот камень, это будет очень опасно. И он кинул его в какую-то кучу мусора. И однажды, вот лет 50-60 назад случился случай. Один баба шел по Вриндавану и... у него обувь была, раньше была обувь либо из кожи, либо из дерева. И вот он, его этот
тапочек сломался, он его как-то починил кое-как и шел так. И вот пришел в какое-то место и кто-то сказал: «Смотри, что в твоем этом, с твоим тапком, что-то светится». А что там? Он посмотрел, это иголка, она золотой стала, ну, которую он там что-то починил. И когда он шел по какому-то лесу, его тапок соприкоснулся с этим философским камнем, когда это случилось, или Акбар Ватса, когда он искал этот философский камень, то он не нашел, но якорь он задел этот философский камень и стал золотым, но они сам камень не смогли найти. И вот Кришна говорит: is all property, this flat, everything, all. We like, why? Because Atma is there. The Atma is not there, what then? So Krishna speaking, и вот Шри Кришна говорит: прана, наша жизнь, будхи, ум, дара, патто, дара, мин, wife, наша жена, пати, дара, патто, пати, пати мин хазбен, дара, пати, дара, патто, патто, дара, патто, in children, пати, not it is the патто, апатто, we can speak like апатто, апатто, апатто. Апатто means children, in Sanskrit we say. So this way meaning is perfect. Prana buddhi manaha swatma dara patto, апатто, апатто, dhanadayoho, jat samparkatriya. With what relation, with which relation, you give value to this all flat and property, everything, why? That Paramatma is there. Kriya. Асанстатхо кону апара прияха. Атма, nothing is more favorable than Атма. Ничего более нет благоприятного, чем душа. The small baby going in water, the mother wants to save herself. So many cases. Mother crying, want to save the baby. И вот однажды во время потопа, обычно такая система, ну, такое поведение, если ребенок от матери, ну, если во время потопа, то мать уже не пытается спасти ребенка, а сама пытается спастись, поскольку при таком потопе невозможно спастись вместе. Но суть в том, что каждый любит свою душу и хочет себя спасти. Вот Гуру Махарадж говорил и смеялся вот над этим, над этой пословицей, что тонущий человек, он пытается схватиться за соломинку. Jatsamparkat kriya asanstataha konu aparapriya. What else can be more favorable? И что еще может быть более благоприятно, или чем быть более дорого, чем собственная душа? И вот накормив Кришну и всех его друзей, Парикшит Шукадев Госвами кратко говорит, и вот они принесли всю еду, и после того, как лила закончилась, то Кришна говорит: «Все, спасибо, что накормили, идите домой».
эти жены были удивлены, как эти дамы, наши жены, а наши мужья и все родственники, они сказали, не приходите, если мы к тебе пойдем. Идите это на место, где совершали, где они совершали свои яги, поскольку без жены они не смогут закончить свои яги, поэтому я советую идти назад к ним. И как мы пришли сюда, чтобы вернуться, Кришна говорит. Вы грихометхи, они могут в общем, эти жены браманов начали плакать, что они говорили, мы не хотим возвращаться, мы хотим остаться с тобой. Но нет, Кришна, он сказал возвращаться, и эти... И они начали... Говорит, что если вернуться домой, то их мужья выгонят их из дома. Что толку возвращаться? И вот эти жены говорят, эти жены браманов говорят. И вот таким образом вы не должны говорить. И вот Бхаван значит ты, Бхавати значит с трилингом. И вот зачем ты говоришь, как какой-то бессердечный, безмилостливый, жестокий человек? Ты должен доказать, что все, что говорится в Ведах, в Упанишадах, все проявится в нашей жизни. Ты должен доказать, что все, что описывается в священных писаниях, Ведах, Веданте, Упанишадах, оно направлено на тебя, на лотосные стопы Шри Кришны. So you have to prove it. You are speaking, you know, mercilessly. You should not speak this way. Ты не должен говорить так. Майвам виво арати бхаван гадитум нисансам сатьям куру шанигамам тава падамулам. Because прапта ваям. Поскольку. We are coming to your lotus feet. Мы пришли к твоим лотосным стопам, которым нужно поклоняться Туласи, цветами и прочими подношениями. И все проблемы, все препятствия мы преодолели и пришли к тебе, и сейчас ты просишь нас вернуться. Что это такое? Мы не могли надеяться на такой жестокий совет от тебя. О, Кришна, что же делать? И вот завтра мы продолжим эту тему. This one kind of practical thing. Practical, you have to realize this thing, otherwise useless. All Vastaran Lila. Vastaran Lila, мы должны
смотреть с различных точек зрения, и если будем обсуждать Бхагаватам в следующий раз, то эту тему уже не будем опять второй раз обсуждать. И первые песни Бхагаватам, если детально разбирать, то почти год может на это понадобиться, если детально каждую шлоку несколько часов обсуждать, и тогда мы поймем, насколько велико послание Бхагаватам Шрилы Прабхупады. Он одну шлоку только Джанмадасья объяснял в течение месяца. Он целый месяц, весь картик, он объяснял эту шлоку из Бхагаватам, только одну, и мы настолько удачливы. Мы должны танцевать от радости, что Шрила Прабхупада, наш Парамгурудев, и наш Парамгурудев, Шрила Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж, мы очень удачливы. Мы ждем, а мы должны быть довольны тем, что у нас уже есть. И эту шлоку завтра Махарадж будет объяснять, если есть вопросы какие-то. Кесвэрнибхалумматиланьхё самастабандхуно Гриннантино на патайо питару сутава На бхатри бандху сухидаха куто ева чанне Тасмад бхават прападайо патитатманам Но на анья бхавиргати аравиндо тадвидехи Ванча Карпатуру Сикипасану Дойча, Патитаман Пабанку. Any question? No question? What question? Can we understand the Яник Патли or some tree, it's some kind of personality in our mental life? So can we apply just who is it in our like analogic in our life. Actually, so tree it's actually this hear me and Brahman no actually this example of trees, yes. This example of this Bhagavan Sri Krishna making one background. Follow what I mean to say. И вот Бхагаван Шри Кришна, он после Вастахаран Лилы, он перед тем, как начать рассказывать о другой Лиле, он Acharya Jagadishchandra Bose, the Indian scientist, already proved. So already in Bhagavatam it is written, they have their life. So why you are going to deny they have life? So what is the logic? What is the analogy? Is there? И вот Кришна, когда приводит этот пример, он показывает этих браманов, что не хотят доказать, что они браманы, совершают яги, но эти деревья, смотрите, насколько велики эти деревья, что они гораздо лучше, чем эти браманы. Если кто-то приносит, приходит к ним с какой-то просьбой, просит их дерево, либо плоды, либо фрукты, либо тень, то деревья дают и не ожидают ничего взамен, а эти брахманы, кармаканди, у них полно желаний.
Но сердца этих деревьев гораздо лучше, что говорить о деревьях, которые во Вриндаване, в Навадвипе, они трансцендентные. Любые растения в Вриндаване, Навадвипе, Майяпуре, они трансцендентны. И эти деревья, они служат другим во всех остальных частях мира. Деревья, они не только кислород дают нам, но они также углекислый газ поглощают и препятствуют эрозии, чтобы, если бы не было гор и деревьев, кто же бы землю удерживал на месте, эта эрозия земли, она происходила бы более активно и всю воду бы вымыла. They're giving fruits and flowers, trees, you know, what not. We cannot deny. So this way, this is the logic that before going to the second lila, Krishna wanted to prove. И Кришна перед тем, как how great those trees are. Начать рассказывать о следующей лили, он начал восхвалять деревья и говорить о их величии. What question? Those who live in the temple and they have that mood that everything which is offered to the deities, it will be pure. Because human idioms explain that we have to be so careful that from which source it is coming. But if one devotee who is there in the temple, he thinks, what I take after Dakuji has taken, that it, how it can be contaminated. И вот про то, как предлагать, откуда все приходит, и как это не было бы, как сделать так, чтобы это было не осквернено. Вот в случае с Джаганатхи Прасадом есть и Хирачура Гопинатхам, и есть такой штамп на этом Прасаде, что он действительно Прасад. А если, например, какой-то великий преданный живет в Мадхе, как Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Но смотрите, если что-то там в храме не идеально, но если живет какой-то великий преданный в таком храме, он с помощью силы своего баджана может это все исправить. Я вот однажды Гуру Махарадж сказал, что они поклоняются. Это не поклонение, они в общем, он какое-то замечание сделал, но он сказал, что я также поклоняюсь каждый день. Но Бабаджи Махараш, он понял, что Шрила Пури Махараш, он сам в своем тонком теле поклоняется всем божествам во всех своих храмах, и также Бабаджи Махараш такая садана, он каждый день в уме поклоняется всем божествам во всех храмах. После Аника ему еще нужен час где-то, чтобы закончить все такое поклонение в уме всем божествам, которые есть. И то, что вот он говорил, это как бы в том или иной степени пойдет, но зависит от других факторов. Если есть великие преданные в храме, он своей силой баджана может исправить все возможные недостатки. А если нет такой великой души, то, что приходит в храм, оно не совсем чистого происхождения, какое-то... То есть что-то может быть куплено на белые деньги, что-то на черные, вот то, что куплено на такие черные, нечистые деньги, то это... то это оскверняет то, что покупают на них также.
И что говорить о готовке, и поклонении и прочем. Гуру Махарадж говорил, что если вы хотите поддерживать Гаудимат, вы должны следовать Шиле Бхактивинода Тхакуру, Шиле Прабхупаде. И вот если мы хотим, чтобы Гаудимат Хон действовал должным образом, мы должны следовать Шиле Бхактивинода Тхакуру и Шиле Прабхупаде. Нама Апарадха может быть прощена только по милости Нама. Сева Апарадхи, чтобы искупить свои Сева Апарадхи, нужно повторять Вринда Аштаку, особенно в Двадаши вечером. Каждый день мы должны читать эту Вринда Аштаку или Бхагавадгиту, по крайней мере, несколько глав со всем сердцем, со всем вдохновением. Мы должны это делать, поскольку обусловленные души, они склонны к таким, но имеется в виду, иногда случается оскорбление. If you can lead this way, what question you have? If you could give that example of a devotee that is doing bhajan, but due to his sanskara is repeating the. Oh, repeating the same mistake. Yes, if you could. But actually, then it is the responsibility of Gurudev. Like Bhakti Mohan Purigashi, Bhakti Vaibhav Purigashi Maharaj, they have the power to check it. Suppose same mistake going, doing, someday Gurudev is attracted by woman. Brahmachari, you should not do it. Follow. Then, at all if there is any Sukriti, I am going to attraction from Gurudev, real seva, having some great habit, then someday Gurudev will come to me. Hey, what happens to you? After that, putting his lotus leg on his feet. From then, Gurudev take away that, you know, dirty attitude. I mean, all defects. So Guru Vaishnava can rectify you. И вот Гуру Вайшнава не могут исправить нас с помощью своей милости, если мы действительно преданы им. А если мы не преданы Гуру Вайшнавам, то как тогда они смогут исправить наши ошибки, какие-то недостатки? И вот вопрос задали, это моментально ли произойдет, то да, если этот саду достаточно могущественный, его ученик, он достаточно предан ему, то он по милости такого саду, он может сразу исправить свой характер. То есть в храме важно, чтобы была достойная харикатха, харикиртан, потом кухня в достойном виде, потом пуджа, арчанатна тоже проводилась достойно, и бикша, и подаяние собирали тоже как следует. И все это очень опасно, если это неправильно делается, что говорить о бикше. И большинство этих ну, имеется в виду, что этим вещам нужно уделять должное внимание и делать все достойно, так как следует. И также нужно поддерживать безопасное расстояние от чистых гуру и вайшнавов, поскольку они подобны солнцу, если слишком близко можно обжечься, а слишком далеко замерзнуть.
Поэтому нужно держаться от Гуру Вайшнавов на безопасном расстоянии. Махапрабху, он когда плакал, то вода из носа тоже капала. Ну, кто-то мог что-то там подумать, что это некрасиво или еще что-то, но это из-за такой материальной концепции человек может развить оскорбление и пасть. И от чистых гуру вайшнавов мы должны слушать харикатху и также находиться на безопасном расстоянии, чтобы и не обжечься, и не замерзнуть.